Всем доброго утра. Сегодня едем на Гинск, железнодорожный Павловский Посад. Кому сфотографироваться и взять автограф, сейчас скину скрин маршрута. И про обратный груз тоже не забывайте. В общем, Ногинск, Новая Купавна со свистом, просто на удивление. Даже здесь небольшой затор, и то очень-очень небольшой. Так что, кто собирается в Москву, дерзайте. Ну, хорошо, ехали. Теперь хорошо постоим. В каких только уголках России не бывает организация. Куда только не приезжаешь под загрузочку. Хорошо, что дождя еще нет. Не каждый день такие приколы бывают. Ты, говорит, задом все здание нужно здесь объехать, под загрузку встать. И, говорит, главное, не поцарапай ничего. Оп-оп. Не царапаем ничего, аккуратненько. Поехали, поехали. Ага. Ну все, нас загрузили. 14 досточек. Надеюсь, не убегут по дороге. Едем в Павловский Посад. Снова наша выгрузка на Карповской стрит. Вот, хорошо. Вы приехали. Выгружаемся и едем дальше. Загружаться. Все, выгрузились. Едем снова в Москву. На Южные ворота на загрузочку. Оттуда опять в Ногинск возвращаемся. Такой вот жаркий день сегодня. Видели, как полноценная верхняя загрузка выглядит? Обращайтесь. Знакомьтесь, Перовская продуктовая база. Кто не знал, не слышал, вот тут вот так вот. Еще и въезд платный. Ну что ж, практически точно срок. 18:00. Можно идти домой.
быстро сейчас выгрузят и валим. Всем хорошего вечера.